Наша студия на противоположной стороне улицы. Пора возвращаться домой. И вот уже сворачиваем к дому. Вот и домик, прямо по центру улицы. Так выглядит место для отдыха. Может, еще для курения, но точно не уверена. Поскольку еще зима, нигде нет цветов. Обычно тут все цветет. Здесь есть тренажеры, на которых можно приходить заниматься. Обычно на них занимаются люди пожилые. Здесь мне очень нравится, как сделали камешки. Хочу в таком же стиле делать наш будущий двор. Там очень красивый дворик есть с калиткой. Вот и наш дом.
наверху сушится одеяло. Пришли.